а вода холодная. С праздником всех! Христос воскрес! С вами я, Любмир Манько, интернет-предприниматель, бизнес-тренер из Украины. Сейчас мы находимся в Львовской области, моя историческая родина, горы. И сегодня большой праздник. Я как всегда купаюсь, я каждый год купаюсь. И иногда меня люди спрашивают, где брать энергию для бизнеса, как можно спать меньше, как можно быть постоянно в форме. Ребята, секрет очень простой. Я ничего нового не открою, никаких формул не раскрываю. Формул. Надо купаться в холодной воде. Это очень важно. Это дает такой огромный приток энергии. Ничем другим это заменить нельзя. Ни спортом, ни правильным питанием. Хотя это тоже очень важно. Но купание в холодной воде — это номер один. Итак, дорогой друг, если ты хочешь всегда быть в форме, если ты хочешь иметь много энергии для работы, для бизнеса, для личной жизни, купайся в холодной воде. Каждый день принимай холодный душ и хотя бы через день в открытых водоемах. Ну что, вот такой простой секрет большой энергии для свершений. С вами был я, Любмир Банько, интернет-предприниматель. Будьте здоровы! С праздником вас!